Одесса, 10 октября. Всех приветствую на моем канале. Не могу сказать доброе утро, потому что началось с воздушной тревоги. В 7:04 объявили. На данный момент в Украине масштабная тревога. Сообщают о том, что две группы самолетов, Ту-95, всего 8 самолетов летят на пусковой рубеж. Уже много сообщений о том, что над Одесской областью пролетают ракеты, летят очень низко. Уже был взрыв в области. Предварительно работает ПВО. Это по Одесской области. Уже есть сообщение о том, что в Киеве уже 4 ракетных удара было по центру города, Шевченковский район. Уже там все службы поехали на место взрыва. Также сообщают о том, что в Запорожье ночью нанесли ракетный удар снова по спальному району, снова попали в жилой дом, там, где люди спали. Помимо самолетов еще летят на нас дроны камикадзе. Просто какая-то массированная атака на людей, на Украину. Так что лучше берегите себя, пройдите в укрытие. Уже и в Днепре очень много взрывов. И в Хмельницкой области сообщают о том, что сработало ПВО. Лучше действительно пройти в укрытие, берегите себя.